А, ну чё, это друид, ты тут? Сейчас, секунду. Мне нужно шамбал колы. Вот как всегда, последний слот шамс. Друид, друид, ты в дискорде еще? Да, я же говорю, подожди, что такое? Ты, надеюсь, не собираешься нас покидать? Будете еще танка искать? Да ладно, пойду. Я тоже верю в свои силы, блять. Надеюсь, приятно вас удивить. Просто, я что, по друиду-то хотел. Короче, я же тоже Мишка играл-то. Там талант, короче, есть, увечье улучшенное. Вот, если его вкачивать, да, на 3, то ротация танка меняется и становится увечье, тычка, тычка, увечье. А без вкачанного таланта у тебя получается ротация увечья, 3 тычки и увечья. То есть через 3 ГКД, то есть получается. Вот. Ну, фишка вкачивания этого таланта только в том, что агро существенно повышается. Вот если заинтересуешься каким-то изменением спеков в сторону, чтобы агро больше было, то можно так будет сделать. Там... Мне бы волю и чешку, или волю и зов берсерка, я бы в прото ДД бы сейчас пошел. А, ну да, было бы неплохо. Мишки с там это и так дофига. Я как бы попробовал, потестировал, хп становится меньше, но ДПС становится на порядок больше. 8 косарей примерно даю. Зачем, блядь, мишки ДД, ну типа ДПС? Мишки, да. Они такие. Тип, вообще, типа, медведь изначально. Медведь был ДДшером. Это его потом сделали танком. Изначально он был ДД. Он был типа, получается, типа ДК, только с одноручкой. Я понимаю, ну братан, ну ты ж танк, зачем тебе? Не, ну я. Это понятно, но от того, что я забьюсь в фулу силки вынос, допустим, вот мне идти, вот ладно, я в общем скажу. Идет пати 255+. Нахрена мне вот 90 косарей хп, мне этого вот более чем. Не, ну все правильно говоришь, все правильно. Да думаешь, Слава, он правильно говорит? Да потому ну, что. Если боссы не бьют по 50 тысяч, то смысл, блядь, от 90 тысяч. Да. Ну да, ты прав. Ты прав. Если мне легче кап арпа добрать, у меня урон повысится. Но я буду там, ну не 90, но будет 75 тысяч. Да, нормальная цифра. Ну хуй, не знаю, да. Если, допустим, в нормальный состав именно 25-ку ворваться, да, что-то есть толк в этом твоей логике. Нет, в 25-ке нет, фулл выносливость. В 25-ке смысла нету, как бы там все равно больше урона. А, ну вот, вот. Я просто думаю, слушаю, зачем тебе воля там. Ну, про десятку. Ой, если ты. Но десятка это вообще шлак. Вы должны думать на 25 гер, на 25 оп. А что вы играете? Вы хотите какие-то прогрессы делать, какие-то достижения, правильно? Правильно. То бишь, думай о высших просто рейдах. Вот я так послушал, знаешь, думаю, тебе воля чешка в 25 гер. Ну смотри, у меня сейчас анбафом 67 косарей. У меня все усилки в силу, только сет получается танковский одетый. Мне вот для десятки, для... Но десятка это все ущербные просто рейды. В 25-ке понятно, что я хожу в фулл выносливость. Это ну, без вариантов. Но и то, видишь, когда усилков будет до хера, достаточно много усилков, мне и смысла триняк от танковских не будет. Когда у меня будет без триняк танковских 90 косарей хп, нахер мне надо будет еще их. Чтобы у меня 120 было, так оно столько не бьют боссы здесь, даже в 25-ке. Чтобы синдру чисто в соло танчить, что ли, чтобы мне 20-25 стаков. Ну, я держать, понял, такое. Я, братан, я понял, я тебя услышал. Просто я. Я просто ты всегда, знаешь, умножаю на 2. То бишь ты говоришь, а мне уже 25 гир в голове просто крутится. Я нет, уже начинаю. Не, 25 гир это там другой разговор. Это ну, я. Понятно. Тут много чего усилками можно подрегулировать, считай, и вот. ХП, считай, из всех танков медведь самый дамажной, в общем-то. Ну да.
А учитывая, что порезали ЛПшку у ДКшников, медведь такой танк четкий должен быть по агро первый, я думаю. Но минус медведя в том, что его надо пиздить, чтобы у него была ярость. Да. Да-да-да. Как а для... А для этого надо меньше уклон. А если не бьют, то сорвать агро с медведя вообще на раз можно, если медведя босс не бьет. Ну как с варом так же. Да-да-да. Все верно. Еще в выживаемости, как бы, я не читал бонусы, там Т4 какие там у медведя по выживаемости. Вот. Там нету бонусов выживаемости, там урон. Там, короче, этот от размаха кровотечение растерзать вешается. О, нихуя себе. Это очень мощная штука для этого, для... Ой, сейчас тебе скажу, для трэша 2Т4, 2Т10 медведи многие таскают, потому что там размах увеличенный урон. А на боссах 4Т4, потому что там получается на 4Т4 от кровотечения лунный огонь лупит и снижает. Сейчас скажу, что он там снижает. Меткость, что ли? Броню. Броню бежит. Снижает урон от цели на 3%. Там нормальный бонус такой может быть. Ну, вообще есть хороший бонус. Т5 посмотрел, но что-то он меня смутил немного там. А Т5 откуда падает? И он вообще падает? Он еще, его еще нету, его введут. Пока что только есть, получается, эти бонусы. Статов вроде бы даже нету, бонусы еще вроде. Ну, может, где-то на форуме и статы уже есть. И кто-то мне писал насчет таланта знамения ясности. Тут такое дело, что не всегда босс попадает, а лишний раз сэкономить на ударе на каком-то, это неплохой плюс, в принципе. Ну, сомнительно. Ну, да, это такое дело относительное на самом деле. И также талант этот, допустим, в коте улучшенный вожак стаи, но он тоже такой относительный. Но многие коты ходят с ним, допустим. Ну да, потому что не помню, как на коте, короче, там альтернативы просто не вижу лучшей. Кот ее вкачивает, да. А Мишка вроде как не должен. Мишки тоже от урона захиливает сам себя по чуть-чуть, но все равно. Это выживаемость. Ну, там настолько это мизерно, что это вообще не решает. То есть при тычках 20 тысяч это вообще ничего не решает. Ну, на долгих боях в любом случае может это помочь. Ну, разве что в ППО, в каком-нибудь, в ППГ. Не знаю. Я хожу с ним, как бы, тоже за увечья не вижу смысла пока что вкачивать. У меня вроде бы с агро проблем нету. Ну, понятно, что если там 18 косарей из пула человек дает ДПС, а тут понятно, что ни один танк не удержит. Таунт прошел, и все, он сам. Ну, так а ты смотри, ты бой начинаешь как? Берсерк отдается, и тупо увечья бьешь. Там никто не должен сорвать. Иступление, берсерк и увечья. Да еще как срывать? Ты просто я с такой скоростью не надамаживаю, не набираю агро, с какой скоростью срываю. Ну, так для этого есть символ большой на увечья. 10% урона увеличивается агро очень сильно. Это понятно, но я тебе в общем говорю. Ты... Я просто как... не знаю, какие здесь... Как бы ясно, да, что можно поднять свое агро и так далее, но тут есть люди, у которых за 300 усилков в силу ДК или маги, у которых они две тычки дают, паладины особенно, вот многих паладинов знаю, две тычки упал, у него сразу же буря прокнула, он буря бьет, у него буря Т4 прокнула или джагу кинул и упал, у него урона влетает, охереть сколько. Были у нас такие. Но мне кажется, вот люди, которые не понимают, ну, если вот сдох, да, один раз увидел, что ты срываешь, ну, блядь, как-то надо за собой следить. Я сам как бы энхом ходил, вот, в Зуламан, на этом, на Зул. Стою, бью, начинаю набираю, и все, и писец, я стою. 5 секунд стою, 3 удара, опять начинаю срывать, снова стою. Такое вот тоже. Вот маги находятся, вот Ршама никак не находится, да? Ребут 10 минут. Лимошка просит дискорд дал ему. Самолете? Ну, лок есть, да, шкаф поставь, лок.
лог на Дискорде. На самом деле очень, очень заинтересовала меня вот приколюха по поводу прото-ДД медведя. А насчет того, что как бы смысла с одной стороны нету, ну тоже такое относительное дело. Все равно приятно, когда медведь 8-9 косарей дает на боссе. Да, да, это приятно. Мишка топ дамагер из танков. Что-то он не реагирует, как это? Ладно, сам полечу. Это еще... Не, ну конечно я такой, знаешь, что-то идеализирую слишком. Вообще, у меня медведь, короче, на циркуле, он вбит в мастерство. Ну там получается, сейчас скажу цифру, что-то 93 тысячи ЦЛК, ну там 30% уже этот баф, усилков нет никаких. И мастерство 56, то есть у меня нет парирования, уклонов, боссов, я всегда, то есть попадаю. Любой мой удар всегда попадает. Да, тут меньше мастерства надо. Я хожу 41 мастерства, а у меня нету ни одного промаха. Я в прото-ДД забивался, и у меня было 26 мастерства в лицо, и ни одного пропарировать. Ну, не знаю, как... А сейчас слышно меня уже? Да, слышно. Бля, новый микрофон вырубили. Да, Сташка. О, шам есть, все погнали. Тут хрен знает. О, шам есть. Да крибут еще. Сейчас... Ты с циркуля пришел недавно? Тут смотри, все совсем по-другому, как на циркуле. Многие с циркуля приходят, говорят, 220-м ЦЛК на фулл проходит. Ну, там легче просто. Там легче на порядок, тут боссы намного... Не, ну я в курсе, что 50% хп у босса, это не просто так. То есть не в сказку попал. И бафа нету, 30%. Это серьезно. Это считай испытание, ну для меня, по крайней мере, для вас-то. Там я уже, я хочу 10 гем, мне надо с Луджина, я потом хочу потестить его хлепало, уже не могу. Чё, а ну, ты там... Как только вот похожу, иду на ласт, то все, такие просто ущербы попадаются. Вот ты там охереешь, хлепалом. Да, нормально. Ты вар, правильно? Да. На. О, спасибо. Че это, значит, 15... Делай давай, готовься. А вот эти ты говорил, Саня, сопротивление или что, надо какое-то выпить? Ну это на синдре, да, наверное? Потом слетаю, куплю. А у тебя что, кольца нету с этого, с Каражана, с обычки? Нет, я в Каражане два раза был, но что-то падало вроде, ну там забирали. Тебе надо лететь туда и брать сейчас там кольцо на входе за репутацию. У тебя 213, это вообще ни в какие ворота. А чё это самое? Репутация, какая фракция, скажи, я посмотрю. Аметистовое око. Сейчас я тебя линкану в рейд. Сейчас. Ну вот у меня, смотри. Вот, у меня кольцо такое. Вот оно, первое кольцо линкану. Ну это самое первое. О, это первое? Ничего себе. Первая внизу, 226. Сколько у тебя репы, посмотри, в Каражане? У тебя, наверное, уже там... Так, сдружили. Сейчас я ее найду, где она есть-то. Так, народ, мы же пока не начинаем, да? Есть там, ну да, сейчас, или... наверное, этот... Не, погнали пока 7 минут, я думаю, хоть чуть-чуть трэш покажу. Да, может откатить трэш. В самом... Уважение у меня. Че, лететь туда? Ока. Кстати. Да? Нет. Тогда че нет? Да, я здесь. Да тут, конечно. Короче, я Иршам, это только я буду на ДД, на РДД. А, ну о. Да, рольте именно, я не буду ставить, ну, типа, будет ролл чисто, именно групп лут будет стоять, и что квест, боешь, то... Просто кому-то нужна труба, так и скажи. Квест есть, но я думаю, сейчас откатит квест, если... Ну и можем сейчас затащить, попробовать, за 7 минут убью. Да успеем. Кого вы затащите? До великана не успеете вы дойти за 7 минут. Да, портал еще стоит. Ну, взяли, мало ли, может, ну, скорее всего, откатит. Только до ребра сейчас 7 минут идти будет. Да. И сколько откатит-то? 7 минут. Ну да, не успеем, конечно. Ну, тогда нет смысла начинать, трэш тогда даже чистить нет смысла. Вар, лети в Каражан, у тебя... Какое у тебя репа у этого аметистового ока? Уважение. О, отлично. Лети в Каража
и на входе справа у типа возьми кольцо себе. Голда есть у тебя? 100? Да, 100 голд есть. Сейчас быстренько сбегаю. Надеюсь, успею доехать. 5 минут у меня, да? Ну, посмотрим. Сейчас передел маленько Фурика. Токен зал вообще красава. Блядь, меня убило вчера рейд. Я просто разочарован в хилах. Да? Чё толк? Я въебал. Я больше идти не буду. Тебе, нахер мне потеть так? Вот? Я тебе говорю, на хилботе вот смотрю, хиливаю просто у всех на лане, чтоб ты понимал. Два эршамы 260-х, ДЦ, блядь, и я холипал. Блядь, 60% у всех ХП было. Вот смысл мне хилить всех. Пиздец, просто я в шоке был. А мы на лане... Еще и ДЦ выебываются. Ебать, а ты, блядь, пошел нахуй. Да, да, по идее, ДЦ должен там уничтожать всех, потому что он абсорбить должен, и он поглощает весь хил. Правда, и в связи с этим он идет на первом месте. Это просто жесть. Я такой погулял, такой под гитару, под звездами, луну, послушал музыку живую, пришел сюда, настроение так упало, такая потом ностальгия была. Маги, а вы там хавку не поставите? Да сейчас ребут будет, все равно, может еще открыть. Угу. Если сегодня будет допронос и будут такие же хилы, я не пойду, я тебя сразу. Ага, то есть кольцо это я сейчас на танка возьму, да? Вместо 213-го возьми лучше танковское, да. А, Честер? Что? Че, идем без анрола, без всякой фигни, да? Да, все по группу лут. Этот, как его? Ты в Гере был, этот Груль Магик? Да. Ну, понятно. Тогда. А вот этот Хант, это наш или нет? Солчат забрал. А, у него даже череп уже есть, но воля есть. Вроде нормально. Это Роми говорит, вар вот этот, да? Угу. А тебе надо что-то вообще ладное отсюда? Нет, нет, мне отсюда ничего не надо. Ну, кроме мне черепа, только... да? Да, мне только череп нужен. Ну, максимум, если что, еще могу посмотреть еще этот, как его. О, слышишь, Роми, тут лимон сурка. Играет, лимон начал катать, слышишь, качается. Ага, сурка это фигня, знаешь, это кисть. Вот она, может быть, еще, которая кожа. Да, понял. Ну, это и то посмотрю, потому что у меня с 25-ки есть кожа. Посмотрю еще, ну, навряд ли она мне пригодится. А за этот, за ОД не хочешь взять перчатку? Да нет, как бы, у меня платные за ОД стоят. Но с целка ты бы взял, да, кисть? Нет, кисть 25-ки у меня есть. Я только отсюда, по идее, мне только череп нужен больше всего. А череп Навара нормально котируется? Кто? Ну, Навара нормально идет. Вообще идет. Он вообще, в принципе, на, наверное, на череп? БМ. Он, знаешь, почему? Знаешь, почему череп идет? У него получается самый минимальный КД. Он где-то 30 или 45? Или 40 секунд. 40 секунд там у него КД идет. Ни одной трини такого КД нет. И у тебя постоянно там бурсты сильные идут. Вот из-за этого он получается такой сильный. Вроде как 45 у него. Ну вот я говорю, 30 или вот 40, ну вот 45 за встречи. Что у тебя ДПС был какой? Вообще на 25-ке. Что-то как ежешь. 11,5. Нет, а на остальных. Ну там кто, Рога был хорошо. Потом еще там какой-то Армс или Фурик, я так и не понял. Ну он там, у него и уже и воля, и чешка была бы. Он где-то понятно. Под 13 туда. Прикольно, Вара, дед. С гранью уже, а тринки еще не выпали, да, нормальные? Да вообще ни одной трини не выпало. Вот хожу, вот еще есть ПВПшная триня. А что выбор? Не было выбора?
Да выбор это вообще говно, надо только на ДК идет, он нафиг надо. Вот это лучше выбора будет. Три. Она да. Вот это, она сильная, она идет как чешка, только видишь, у нее прок получается 190. Куда, Ленку? Рейтинг. Нет, где-то. Или про хребет? Да, где-то. А, понял. Понял. Она идет как в этот, получается, чешка. Она тоже прок такой же. Только у нее нету статов, что пробивание и все. Она тоже сильная. Ну, тут получается чуть граничит маленько, там крита побольше. Че, это ребут сколько? Минут 5, да? Ну да, где-то 5 минут можно пока отойти, но. Ну с Богом. Пойду помолюсь Богу про товаров. Да упокойся ты, я тебе говорю. Не, ну я очкую, говорят, сложно. Блять. Сложно. Нихуя не сложно. Сложно. Разжиматься только надо уметь. Да, ну у меня с этим проблем нет. На одном умении не вывезем. Короче, ребята, не надо это. Вы. Мы просто не первый год играем, это раз. Многие что прошли, много что убивали. И Гера убивали, и без инбафа убивали. Не надо. Это не те люди, которые просто сюда пришли первый раз на этот сервер, и что-то вот 233 я взял. Не, ну я согласен, что как бы от шмота тоже зависит. И просто если бы у меня, ну вот, убивало с 2000, и ты не успевал бы захиливать, то да, смысла мне отсюда идти нету. А если офф-танк, он сам по себе, да, он... Ну, блядь, не мейн-танк все-таки. Я же не мейн-танк. Мой офф-танк держал скорее 242-й кент. Лича убивали. Ну, вот. А сколько же боссов-то идет? На фул идем. На фул. Ебать, я такой говорю, на фул. Про товар 234-й, ты такой, нихуя себе. Пала, ты будешь диспелить свара, да, этот чум на личе? Да, я просто смысл такой вот, тебе, по идее, вард? Он тебя не должен смущать, потому что он у тебя вспомогательно идет. Основное ты будешь все вытягивать, вот и все. Только слава этот, наверное, на личе будешь ты рейлить, потому что мне и рейлить, и хилить очень тяжело будет. Наблюдать за чумкой, за всем этим. Мне надо хпс поднимать тебе и Мишке. Да, тут, по идее, наверное, тоже. Народ если, собрал, да, если дпс натухлом ни у кого десятки, ну то есть... Должен быть ДПС не меньше десятки вообще. Да? Если у кого-то ниже, то этот чувак даже не проходит на квартальных боссах. Я типа, тебе знаю, что и так далее. Я понимаю тебя. Я, короче, извини, что я тебя перебил. Угу. Я был, короче, холипал 239-й, хилил с Эрдру 240-м ИВЛ и протопалом 245-м. У нас был только один Бладыка, это был 256-й, и комбо-трога «Подождите» из Джоков. 260+, и мы убили профа. Тупо я говорю профа. За лича. А, лича ты не... Я убивал лича, и мы просидели 2 дня на нем, с рандомами. Половина была пацанов, потом уже с джоков подтянулась. Десятка должна быть минимум у ДДшника. Десятку не выдаешь на тухлом, считай, ты идешь мимо отдыхать. Это... Тебе не дают 6 рублей, идут тоже мимо на третьей фазе, они не прохилят. Это, смотри, 100%. Это ты говоришь про 10 оп или про 20? Это я за 10 обычку говорю, да. Нихуя себе, такие... Да, он очень жесткий, вы даже не представляете, сколько мы сидели и мучились. Мы убили его в субботу 2 недели назад, то 00:30. Десятку ДПС на тухлом, это еще такое, это в манекена считай даешь десятку. Ну считай манекена, да, но я говорю, как минимум десятка должна быть, как минимум. Это считай, если там пацанов по 13, по 14 присутствуют, то это нормально. Не, ну это понятно, а на перебежках кто десятку дает на тухлом, это считай, что-то 7-8, наверное. Ну перебежках. Как на перебежках, ты можешь девятку держать на валькириях на второй фазе, но... Гера дается 2 раза, дается с пула, дается в конце. Ладно, я пойду покурю пока. Я посмотрю, как еще до лича дойдем. Мы до лича зашли за 2 часа. А вот на личе просидели. Не знаю, я вот с иллюжинами ходил. Все было вообще просто... ИВЛ был у всех 260
2 плюс. Ну так 260, ты видел, у меня разбойник 2-5-2, и у меня лич убитый. Я понял, подожди, я ж не договорил. Просто мы не могли на третью фазу перейти из-за того, что просто то ли чумку не вносили, то просто лужу разливали прям в босса. Там такие просто были кадры, ребята. А ДПС просто за глаза был. ДПС я делал просто на все, повесил КД. У меня тоже лич убитый, у меня 252 хулипал, у меня лич убитый тоже. Там твой ДПС, да, вообще до бороды, если десятку все дают, все, остальное выполнение тактики. А, правильно разделил лужу, умер один чувак, это вайп, ДПСа не хватит. Опять же, вы не вынес чуму, умер, нет БР, это вайп. Ладно, на третьей фазе чувак умер в комнате, лич вырос, увеличился урон, это вайп. Я говорю, мы очень долго просидели. Заходит. Нет. Ну ты еще с рандомами ходил. У нас ребята ходили, у нас сова упал и хил упал, и они убили лича. Это не на добивании уже. Ну смотря сколько там осталось хп, что ты там добивали, я не знаю. Ну я говорю, это не перед концом, не перед добиванием. Тут еще ты просто с рандомами попал, как бы. Наши гильдейские, в принципе, ходили, это понятно, что с гильдой-то... Ну как рандомы, весь сервер уже, весь мир убивал лича, но тактику как бы должны люди знать. Мы кого не добираем, то и чуму кто-то не выносит, то лужу раздевает, то хилить не умеет. Лича убивали. Они, блядь, на лане вчера, блядь, не знали, куда лужу нести, блядь. Что вообще это такое, блядь? Какие пакты разбегаться, блядь? А ты говоришь, какой-то лич. Вчера были на лане, блядь, с людьми, которые, блядь, вроде из гильдии все. Наши тоже вчера на лане троили жопу. Профа пошли убили с четвертого штрая. Да? А на лане тут... План убить профа. В 25-ке. А что ты хочешь? Люди бестолковые. Просто укусы не знают, что если, допустим, остаются считанные секунды, нужно кусать у кого уже либо, не находя... Да, тут люди... наши не с укусами тупили, а то лужу милик прям в милизоне разнес, милики попадали с укусами. Такое, знаешь, ну прям, а этом тупить это уже последнее. Ладно, там не укусил еще, хрен с ним, там можно на тормоза какие-то спустить. Погнали, будет, короче, Мишка, давай. Че, я подлечу, уже лечу к вам. Давай.